Я дома. По бокам вы немножко видите, уже что-то лежит. У нас, короче, с вами обзор покупок. Вот. Стол забит продуктами, поэтому это смотрится вот так. Мне кажется, даже через камеру это довольно симпатично. Сегодня я много где была в разных магазинах. Часть снимала, часть не снимала. По-моему, я засняла очень-очень мало. Потому что я просто кайфовала от того, что я могу спокойно погулять по магазину. И, конечно, первый магазин у нас был «Магнит». Магазин, в который я вообще не хожу. То есть для меня там ничего нет. Мне очень сложно там что-то купить. Ощущение, как будто там продукты абсолютно другие. И сегодня я убедилась. Сегодня я купила такую котлетку по-киевски. Очень давно и хотела. Очень давно уже о них мечтала, но не могла нигде найти. Состав тут, кстати, обыкновенный. Обычный такой состав. Стоила она 40 или 44 рубля. Я купила две штуки. Вот. Вообще их очень сильно люблю. Немножко, не знаю, такие они классные, прям прикольные. Так, в «Магните» я купила... Что я купила? А, купила я вот такие вот конфетки. Такие конфетки, помните, нам с вами доставались из мешка из светофора. Здесь апельсин и лимон. Они очень классно смотрятся в мороженом. Вот, то есть их я добавляла в мороженое. Мы с вами тоже его пробовали вместе с этими конфетками. Кому интересно, как делается мороженое, давайте с вами наберем 20 лайков, и мы с вами сделаем мороженки вот вместе вот с этими вот вкусняшками. Ну, просто даже, в принципе, сделаем с вами мороженку и попробуем. Я расскажу вам очень самый-самый простой рецепт, как сделать мороженое. Оно будет полностью 100% натуральное. Не то, что там в магазине продают фигню какую-то, а вот прям полностью. У меня где-то есть уже ролик, но мы с вами сделаем заново его, прям с самого-самого начала. То, что там немножечко чуть-чуть неправильно я сделала. Вот, также купила вот такую вот конфетку. Это у нас халва. Они довольно дешево стоят, они в «Магните» всегда. Вот единственное, я вот за этими, с такими вот конфетками ходила, но там были другие. В конце ролика мы с вами ее попробуем. Вкусно это или нет, что это за конфеты. Они что-то стоили очень дешево. Мешочки, видите, как у меня завязаны. Вот. Так, это я купила в «Магните». Что еще купила я? И все. И все, по-моему. Или... А, сок. Сок я еще купила. Вот. Да, вот же он. Сок. Начала я Диме покупать сок. Ему они так нравятся. Я подумала, ладно, раз ребенку нравится, пока зима, можно купить сок. Яблоко-виноград. Так, здесь что у нас? А, яблоко и вишенка. Ну, опять же, яблоко, конечно. И вишня. Почему не просто вишневое сделать? Так, и еще с грушей. Груша, яблоко. А, и яблоко... Кто здесь? А, шиповник. Я хотела взять больше, но я зашла туда без корзинки. Я не думала вообще, что что-то найду. Не люблю заходить вообще брать корзинку. Вот. И я бы, конечно, взяла побольше, потому что они были там со скидкой сегодня. Подешевле гораздо, чем где-то еще. Вот. Короче, так вот. Все это подвинем. Так. А, еще вот точно. Я помню, что я еще брала. Так, потом я пошла в семью. В семье, смотрите, я купила вот такую вот отбеливающий пасту для отбеливания зубов. Я как-то очень давно, много-много лет назад уже покупала подобное. Я помню, что она тоже была в такой маленькой пачке, но, по-моему, она была оранжевая. Ой, не оранжевая, а фиолетовая. Вот, тоже. Я не помню уже, как она называла. Она мне очень хорошо помогла. У меня зубки прям были беленькие, классные, красивые. Ну, кто знает, у меня зубы передние, конечно, не очень. И как бы ничего не сделаешь с ними. Только вот если отбеливать самой. Вот, и в этот раз я увидела, она стоила всего 50 рублей, довольно дешево. А также вам совет, огромный совет. Если вы покупаете, ну, хотите отбелить зубки, то покупайте конкретно пасту, которая отбеливает зубы. То есть это, ну, какая-то вот такая, то есть не Colgate с отбеливанием зубов, то есть это ноль, это вообще, я пробовала, вообще ноль. Ничего она там не отбеливает. Или Лакалют, да, с эффектом отбеливания или отбеливающая. Но она, кстати, еще более-менее. То есть такие не надо, вот именно вот чисто вот такую, которая основана именно отбеливание. То есть их там, кстати, было две, еще две другие, ну, три разные. Для тех, для курильщиков и... Вот это профессиональная, и была еще у кого зубы чувствительные. Вот, я решила профессиональную взять, хотя надо было, наверное, для чувствительных. Вот, ну попробуем ее.
ее взяла. Также я взяла, господи, где она тут, такую штучку. Их я взяла целых 3 штуки. Такие, смотрите, они симпатичные. Они стоили по 50 рублей, тоже со скидкой. Там прям в семье я брала. Там прям большие такие скидки, хорошие, классные. Здесь у нас пена для ванны, шампунь и гель-шампунь. У всех я буду их использовать, скорее всего, как гель для душа. Скорее всего, не знаю, посмотрим, может, вот этот вот как-то по-другому. Без слезок они все. Ромашка все. Сейчас мы с вами еще понюхаем их. А почему я их купила? Мы покупали для этого с Димой другие. Солнышко. И там был с ароматом это масло розы. Масло розы. Она вдруг исчезла. Просто прям исчезла. Ну, она уже становился запах у них какой-то непонятный. Видимо, у них масло розы закончилось. И сейчас стали тот же самый тюбик, темно-фиолетовый, какой, ну, такой фиолетового цвета, но подписано, что лаванда. С лавандой я не захотела. Ну, не знаю, что-то я не хочу. Поэтому пришлось искать что-то другое, чтобы было недорогое, и при этом как бы его было много. Решила взять вот 3 разных. Классно пахнет. Ромашечка. Там такое жиденькое. И так много налито, кстати. Прям это. Здесь у нас шампунь. Ну, шампунь надо, у Димы длинные волосы. Я уже подумала о шампуне. Здесь тоже, по-моему, ромашечка. Но та, кстати, пахло больше. И скрывается, кстати, хорошо. И красиво. И мне понравились вот эти картиночки. Тут гель для душа, 2 в одном. А, подождите. Гель-шампунь. Во, гель для... Гель... Господи, заговариваюсь. С головы до ножек. Да-да-да. Тут мягкий уход. А тут только шампунь, тут 2 в одном, а тут пена для ванны. Ну, короче, так вот такой у нас запас получился. Всего 50 рублей. Попробуем. Если понравится, нужно будет еще сходить. Потому что бывает, ребенка моешь, и вроде бы должно пахнуть вкусно, допустим, мандаринка. Но мандаринка от солнышка там все вместе пахнет, я не знаю, нет запаха мандаринки, что-то вообще непонятно, непонятный запах. Там еще какие-то сладкие, ну, короче, тоже. Так, это я... Где это я взяла? А, там я еще взяла... О, даже одна и та же, смотрите. А, зубная паста со вкусом клубнички. Гелевая. Гель. Ну, подумал, блин, я не знаю, что такое, короче. Детская зубная паста со вкусом клубнички. Там были другой, с апельсином я хотела взять, но там с 5 лет, а тут с 2. То есть он еще немножечко, бывает, проглатывает. А там не написано, что можно проглатывать. Поэтому я взяла вот такую. У нас та с клубникой, эта с клубникой. Вот. Так, это я в семье. А что я еще? Вот я еще. Такие штуки я взяла в семье. Чтобы нить чистить зубы ею. Она очень, кстати, классная. Палочкой тоненькой берешь, вот так далеко залазишь, и можно спокойно почистить. Такие раньше в поезде, в самолете давали. Меня папа часто привозил. Но они рвутся, правда, быстро. Вот, но все равно они классные, мне очень прям нравилось. Все думала, когда же у нас появятся такие. Вот, наконец-то, в 2020-м, 2021 году, наконец-то у нас они появились. Стали продаваться. Ну, кстати, тоже было довольно дешево. Так, что еще? А, еще вот я купила детский крем. Просто у меня тут все разбросано, поэтому я не могу сосредоточиться. В магните я купила, кстати, еще вот такой суп. Попробовать. Не знаю, раньше я их любила, но я увидела грибной, подумала, блин, что-то я грибной супчик хочу. Там очень много, кстати, именно вот таких вот от Магнита и какие-то еще там, короче, продают что-то подобное. Не помню, как это называется. Вот. Не помню, где купила. А, это в Рубльбум я заходила. По 10 рублей вот такие вот апельсин тонус. Один хочу подарить Женьке, один себе оставить. Женьке я еще купила такую зубную щетку, деревянную. Тут вот зубная щетка, натуральная, бамбук, древесный, уголь. Ну, или, наверное, вот это как уголь какой-нибудь древесный, короче, не знаю. Или, короче, не знаю, фиг знает. Такая вот она довольно симпатичненькая. Хотела и себе сначала тоже взять, но у меня руки скользят по таким, ну, простым щеткам. Я не могу, мне неудобно чистить зубы.
Вот, это подарю Жене. Хочу Жене, сегодня 14 февраля, День влюбленных. Хочу подарить вот так вот, чисто символически, и вот такую вкусняшку. Хотела по цвету найти такое же что-то, но не нашла. Как-нибудь вот так вот, и какой-нибудь бантик приделать, так вот, символический подарок. Стоило где-то 50 рублей, где-то, или как-то так. Так, также купила себе вот такие вот жевательный мармелад. Искала я другой, но не могу его теперь найти. Мне очень понравился другой. Вот, потом покажу. Так, купила шампунь. Оказалось, что у меня бальзамов два таких больших, побольше. По 500, что ли, они или по 300, по 400. Два шампуня нету, заканчивается. Кстати, от него очень классно растут волосы. Они чуть-чуть еще у меня выпадают, но уже растут. Если, допустим, до этого у меня было выпадали и не росли, ну, как бы они вообще выпадали, и они становятся все меньше, 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 меньше пучок, то сейчас они выпадают и растут. И ощущение, что растут больше, чем выпадают. Хотя, не знаю, наверное, вот этот шампунь помогает, потому что я им пользуюсь уже с самого лета. Вот. Они выпадают в основном, когда голову моешь. А так вот, когда расчесываешь, ну, чуть-чуть совсем. Не знаю, мне прям понравился. Я еще буду писать ролик, как я сходила к трихологу. Я жду, пока у меня волосы полностью перестанут выпадать. Не знаю, видимо, это уже полгода, больше полугода прошло. Это все очень сильно затянулось, но... Блин, мне хочется просто тоже вам показать. Именно тогда, когда у меня волосы перестали выпадать, они... То есть... Блин, короче, не знаю. Пишите в комментариях насчет этого. Так, еще молоко купила Диме на неделю. А в Перекрестке, это вот сейчас только что, купила бананы, две пачки большие. Я их уже показывать не буду. Купила в Рубльбоме, по 30 рублей были вот такие вот мыло с розочкой. Чувствуете, как пахнет? Нежно, нежно, нежно. И купила вот такую бузяшку, арбуз. Натуральный, мне очень всегда нравился. Маме не нравился, а мне всегда нравился. Когда он лежит у меня в мыльнице, мне кажется, что это подарок какой-то. Не судьбы, а просто какой-то подарок ароматный лежит там. И я прям бегу все время руки помыть скорее, чтобы вот пахло все бузяшкой. Ну, бузяшкой я называю арбузик. Понюхайте. Скоро лето. Жалко, что арбуз у нас созревает в конце лета. Так, купила я еще такие штучки. Три это в фикс прайсе. Сейчас я покажу. Так, чипсы Лейс. Вчера я не успела их взять. Взяла их бабушка. Такие же чипсы Лейс с солью. В последнее время я стала покупать чипсы не со вкусами, а именно с солью. Они, ну, более такие натуральные. В принципе, я никогда не любила какие-то вкусы. Это лишняя химия. Так, в фикс-прайсе я купила лимонад вот такой. 27 рублей стоит. В некоторых местах она в фикс-прайсе 25 еще пока что стоит. Вот, очень вкусно. Мне очень нравится. Иногда вот хочется что-то, какой-то лимонад попить. Мне прям он очень нравится. Но когда он холодненький, прохладненький, прям классно. Вот. Так. Купила вот они три штуки. Это вчерашние. Не знаю, мне вот такие прям очень-очень сильно нравятся. Особенно с апельсином. Не знаю, почему фрутейлы не сделают по отдельности. Отдельно клубника, отдельно лимон, отдельно апельсин. Я бы набрала их очень-очень много. Потому что клубника я не очень люблю. Кто-то, может быть, любит клубнику, не любит цитрусовые. То есть, блин... Не знаю, почему. Вот, также я, конечно... А, еще я, кстати, да-да-да, купила тортик. Та-та-та-та-та-та-та. Последний забрала, 300 рублей стоит. Вот, от Палыча, не знаю, решила себя побаловать вкусняшками. А то мне как-то даже стало грустно. Вот, также я сегодня себя еще побаловала. Побаловала, наконец-то купила вот такие вот акварельные фломастеры. Не знаю, хорошие они или нет, купила два. Голубенький и зеленый. Не знаю, попробую. Я ни разу в жизни не пробовала. Не знаю, получится у меня или нет. Стоили они по 50 рублей. Вот. Почитаю заодно про это название, эту фирму. Поищу. Они двухсторонние. С одной стороны узенькие, а с другой стороны пошире. Не знаю, хочу ими научиться рисовать. Хочу ими рисовать, попытаться. Ну, попробуем, посмотрим. Также купила диски. Диски, смотрите, какие диски я нашла. Лего, представляете, лего. Цена нет, это не 250, они стоили по 50 рублей уже с прошлого года. Их пытаются распродать как можно быстрее, потому что сейчас уже диски никто не покупает. Проще скачать, а я скачивать не люблю, потому что я цепляю каждый раз вирус.
Даже если я скачиваю программу с ее прям оригинальной страницы, там, где она создавалась, я все равно скачиваю вирус заодно. И, блин, короче, так вот, Лего, смотрите, какая классная, интересная, тут слоник такой, прям вообще, мне так она завлекла. Ай, что-то тут прилипло. Они все в упаковочке. Вот. Так, здесь вот бродилка, я очень люблю бродилки разные. Не знаю, попробуем. Королевская битва, не знаю, что такое. Попробуем, поиграем. Здесь тоже вот вроде бы природа. Я люблю природу, когда что-то такое очень красивое. И здесь, смотрите, диск. Вот он так выглядит. Тоже, смотрите, как «Аватар». Знаете, помните фильм «Аватар»? Там вообще что-то неизведанное, что-то там вообще необыкновенное. Здесь тоже что-то необыкновенное. Какая-то такая нестандартная игра. Прям супер. Вот. Почему я купила игры? Ну, играть, конечно, мне особо некогда. На выходные я пытаюсь все равно поиграть. Кто не знает, у меня появился на YouTube второй канал. Второй канал с играми. Вернее, там будут выходить ролики с игрой, как я играю. Конечно, они будут длинненькие. Мне будет очень приятно, если вы туда подпишетесь. И с того канала я взаимно тоже обязательно подпишусь. Только вы мне под роликом напишите обязательно. Потому что после 1000 подписчиков уже не показывает. Сейчас не знаю, показывает там или нет. Вот, как найти мой второй канал в описании моего основного канала, есть он. Называется он Анталия Гамес. Геймес. Ну, как-то так, короче. Анталия. Вот, что-то для меня это такое слово, как будто это мое имя перековеркали. Вот. Обязательно подпишитесь, да. Так, а что еще? Салат, конечно, я не купила. Купила я чебуреки сегодня. Блин, они стоят 50 рублей. Они такие вкусные, обалденные. Поджаристые взяла с новым. Чебуреки. А, и купила я еще сочники. Точно. Я помню, я еще что-то купила. Вот они, бананы. Я их просто убрала. И вот они, сочники. Ну, вышло это где-то все на 1000 с лишним рублей, наверное. Даже побольше, поменьше. Может, я даже не считала, честно, еще. Не знаю, наверное, побольше вышло, я думаю, потому что тут вот 300, перекрестка у меня вышло 600 с чем-то, 650, по-моему, а остальные где-то вышло по 250. Там 200, там. А, чипсы, кстати, 77 рублей стоят в фикс-прайсе, в других магазинах они дороже стоят. Так, и, конечно, я вам обещала попробовать с вами. По-моему, больше ничего уже не покупала. Конфетки вот эти, да? Кто досмотрел до конца, кто желает, мы с вами попробуем. Очень люблю, на самом деле, конфеты с халвой. Халва именно в шоколаде должна быть тут. Раньше там были очень классные, прям не очень их любила. Не знаю, это, наверное, другая, восточный гость. Наверное, другая. Они стоят довольно недорого там и вкусно. А как я ем конфеты, вы же знаете? Наверное, знаете. Сейчас я перебью аппетит свой. Салат я сегодня в светофоре не смогла купить. Под шубой салат закончился. Вчера на него была акция. Надо было вчера взять побольше. Она вкусная. Смотрите, прям халвы много. Ну, шоколада чуть-чуть совсем. Но она вкусная. Можно завтра сходить. Наверное, я завтра еще в магазин схожу. Куплю, наверное, сок еще побольше ребенку. И как раз, наверное, еще, может быть, вот эти конфеты. Ну, не знаю, короче, посмотрим. Классно. Мне понравилось. Ням-ням. Ну, сейчас я буду перебивать уже аппетит. Поэтому сейчас я буду кушать. А, хотела, конечно, вместе с вами попробовать вот эти вот котлетки по-киевски. Но, к сожалению, у меня здесь ремонт, вы знаете все. Стены сейчас выглядят вот так. А именно мое место выглядит еще хуже. Смотрите, как... Вверху он там вообще не хватило места. Еще выше, кстати, вон там, вот она, плесень. Это когда труба текла. Поэтому, блин, я просто не хочу снимать на фоне непонятно чего. Поэтому я сейчас буду кушать. А отдельно потом, в следующий раз, когда у меня на кухне ремонт закончится, я куплю снова вот эти вот котлетки. Еще кое-что куплю очень вкусненькое. И мы с вами сядем, поболтаем. К тому времени у меня будет что вам рассказать. Вот. Наберется как раз много интересных разных тем. И мы с вами посидим все вместе,
отдохнем, поболтаем, попьем чаечек. Вот. А сегодня я буду кушать одна. Я очень-очень сильно устала. Опять сделала несколько ходок. Вот. Ой, короче, давайте прощаться. Время 8. Мне еще диски надо эти проверить. Потому что с учета завтра я только смогу еще выйти. Сегодня у нас воскресенье. А мастер сегодня не пришел. Он придет завтра и будет здесь шкурить. То есть понедельник. И Диму я только заберу в понедельник вечером. Потому что здесь будет шкурить, здесь будет пыльно. И мы решили, что Дима побудет еще с бабушкой и завтра тоже, чтобы не дышать эту пылью, потому что это ужасно. А завтра я хочу с утра кое-куда пойти, и вы вместе со мной пойдете. Пойдете со мной? Ставьте лайки. Мы с вами, помните, набираем 20 лайков и будем делать мороженку вот такой вот вкусняшкой. Это очень вкусно. Я пробовала желе. Желе, что это называется? Да, желе. Не желе, а другой. Они тоже так... мармелад. На мармелад похоже. Я пробовала с мармеладом с другим, не получается. Абсолютно не то. А вот именно вот с этими очень обалденно, просто вкусно. Поэтому я от вас жду 20 лайков. 20. Подписку. Обязательно подписывайтесь. На вас я подпишусь с удовольствием взаимно. Только напишите мне об этом, что ждете меня в гости. И тогда я к вам обязательно зайду. Я очень люблю новых подписчиков. И старых своих тоже обожаю. Пишите также комментарии, что покупаете вы из всего этого, что вы пробовали, что не пробовали, что вам нравится. Может, вам нравится вот эта вкусняшка, или вот эта вот вкусняшка, или вот эту вкусняшку. Пробовали вы ее или нет? Напишите в комментариях. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока. Среди всего этого я села кушать маленький прям секундный вам ролик. Просто в следующий раз я их покупать не буду. Вот эта картошка, купленная в перекрестке. Вот так вот она называется. Картошка фри, по-моему, острая. Она очень сильно острая. Я просто думала, в следующий раз ее куплю. Вот этот соус чесночный, который должен быть, он вообще ни о чем. Ноль. Чесночный? То, что там есть вообще аромат чеснока, вообще не чувствуется. Он больше похож на какой-то сырный соус без чеснока или какой-то... Ну, блин, фигня, короче. 9 рублей стоит. Здесь вышло на 100 рублей, но она очень сильно просто, очень сильно острая. Ну, даже, да, вон видно, красненькая. Мне казалось, что она просто поджаристая. Все, давайте всем пока-пока.